Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. И вновь возвращаемся в эфир, дорогие друзья. Продолжается у нас квалификация на The International 2014. Orange против FD. Игра очень важная для команды Orange. И FD показали, что они могут выигрывать и подрывать, так скажем, другим командам статистику своими вот такими непонятными победами. Да, сегодня у нас фактически день чудес, потому что буквально аутсайдеры на глазах у нас развивают потенциальных фаворитов. То есть это у нас как и были FD, которые там кого-то замочили, да, RRQ, кто-то там SkySG замочили у нас, по-моему, то ли Минески, то ли Митраст, вот надо будет вспомнить, и сейчас очередной ход от FD, то есть да. Оранжи у нас могут не пустить в стадию плей-оффа, потому что 5-3 у них статистика, да, и там они на данный момент одинаково с несколькими командами, и, соответственно, сейчас, если будут проигрывать, шансы у них попасть в плей-офф практически никакие. И вот у нас сравнение команд FD Orange. Ну, и опять же, как показывает статистика, команды примерно одинаковые. Тут вот что ты скажешь? Я не вижу здесь вообще разницы. Ну, я на самом деле скажу, что я вообще до этого момента я не знал, кто такие Orange в плане вот именно. Я знаю, что Orange, вот которые были, знаешь, тут которые были на третьем International. Тут, когда я видел Orange, я видел, что это вообще вот Winter и его компания. И по итогу, ну, как-то необычно это смотрится. А вот и для меня вот эта команда загадка. Поэтому вот их не статистика, я думаю, вот от них остался только их тег, но играют они прилично. То есть, вот, ну, никакого такого жесткого громкого имени пока в них нет. Поэтому, да, не оправдывают они, как по мне. Поэтому сейчас у нас FD, фактически вот они как бы начинают с нуля этот день. Одна победа уже у них есть, и нужно идти дальше, потому что все-таки за один день, знаю я по себе, с того же самого International чудеса могут происходить и в команде, и по игре, ну и там ну все остальное. Ну вот FD забрали Инвокера, Дазла, Вингу и Элдер Титана. Я не знаю, сколько у них раз Элдер Титан появлялся, но вроде... Вообще, в принципе, Элдер Титан не так часто пикается по последним вот играм, по последним квалификациям. Батрайдер, Шадо Шамана, Квину взяли Оранжи. Вот их пик выглядит таким, с одной стороны, у них много агрессии, Акаша прыгает, Батрайдер прыгает, ловит. С другой стороны, у них есть еще герой, с которым можно пушить. Ну, кстати, вот я вот хотел добавить то, что вот очень интересные баны, просто вот если посмотреть с одной стороны, да, в азиатской доте у нас уже начинают преобладать просто баны лейт-гейма, там вот Дембер, Ликан, Кентавр, Тайд, Сларк, Ланайт, там, Темпларка, Найкс, Деваур, то есть вообще герои уже, как знаешь, интовики, которые вот агрессивные, активные, они тут не особо ценятся, тут больше всего ценится все, что убивает в 5 на 5. Вот все, что убивает в 5 на 5, Тайдхантер, убираешь его нафиг, не надо этого героя, и, как мы видим, First Departure, ну, и следует по этой схеме, то есть они как-то там подумали, помикрили, теперь у них пик, ну, хотя бы он лейтовый и агрессивный. В итоге... Да, в итоге Orange Esports имеет трех отличных кастеров, замечательную инициацию от Батрайдера, и все, что им нужно сейчас, это один герой, который сможет пойти вперед и принять на себя этот удар. Они забирают Найтсталкера, ну и, в общем, картина вырисовывается отличная, да? Батрайдер вытянул, Найтсталкер побежал, кинул там Инвокеру Сайленс, и Акаша с Шадо Шаманом всю команду запинали. Единственное, но нету депейсера, то есть нету физ депейсера, в то время как у First Departure тут связка вообще лютая. И Aura Vengeful Spirit, и минус армор, и иллюзия Elder Титана, и минус армор Дазла, и еще Инвокер под своими Force Spirit'ами. То есть, если каким-то образом вот сейчас вот Оранжи не возьмут потенциального второго кэрри, то все, над чем будет работать First Departure, это выход в late game. Это все, что им надо, Reserve, да? В такой ситуации хоть котла бери и волну закидывай в противника, потому что ну, ты сильный. Ну, вот у Orange, на самом деле, last pick должен быть какой-то саппорт. Вряд ли Акаша будет саппортить. Какой-то саппорт, но по практике, вот мы знаем, то, что у нас в Европе отлично заходил Visage, да? Здесь я за
не знаю, за вторую квалификацию, я еще не видел его даже, по-моему, в пике ни разу, хотя, как по мне, вот сейчас герой, ну, оправдан, то есть летит Бэтрайдер, птички бьют, причем бьют очень больно. Идет Найтсталкер, он идет, птички бьют за ним, также танкует, то есть птичкам здесь хорошо, как, да, ну, как ни крути. Отличный вариант. Накручивать с руки. Ну и в целом, то есть нужно сохранять хотя бы какой-то баланс. И сейчас вот я вспоминаю некоторые игры Оранжа, кстати, Оранжа забанили Морфа, и тут как раз, ну, такой кэрри, которого просто в Азии не дают людям брать, да, если он может на ласпик хорошо заезжать, а тут он может более-менее заезжать. Ланша, ого! И вот тот самый герой, который, во-первых, и более-менее в начале хорош, то есть волны у нее быстренький кулдаун, то есть мы знаем, да, что она 8 секунд кулдауна, это очень 8 мало. 8 секунд это без вискрафта, да, а потом без вообще 4, там. То есть этот герой с хорошим монополом, он фактически может заменить котла, который будет защищать, и при этом она может хорошо демажировать под дазл, когда на ней будет стабильный крест. Демажировать под дазлом, под пассивкой Элдера, там носить ого-го сколько урона. Мирану забирают, слушай, вот такой неплохой вариант. Необычно, да. На самом деле, браво Оранжи, потому что хоть как-то подсейвиться надо, потому что я вижу уже, пропушить очень тяжело. Мы тут видим вот Оранжи, у них Винтер, Сьерра, еще какой-то очень сильный дотер, вот его никнейм я терпеть не могу. Да, вот по пику я вижу, что Оранж как раз есть тот самый визаж, как Сэмми Кэрри, есть у них Фурион Инвокер, то есть это команда, которая у нас любит играть агрессивными стратегиями, и в большинстве случаев их пул героев это массовые интовики. И есть визаж. Да, вот самое главное. А вот ФД, вот по эту команду нам, может быть, сейчас что-то еще узнаем. Про них я знаю, что они Вайдома убивали в прошлой игре. И четырьмя миличниками. И тут видно, да, что у них немножко другой пул героев. Тут уже больше ориентирован не на замес 5 на 5, а на то, чтобы ловить. Это Клокверкинг Ассасин. И походу у нас это как охотники ФД, может быть, какие-нибудь. Ну, инвокера они сразу как бы схватили. Видно, что пикают они его очень часто. И сейчас решили не изменять своим традициям, взять именно его. Я вот прошу заметить, у них тут у Нюкса винрейт 83%. И играли они довольно часто. То есть, наверное, один из лучших героев. Так, ну что, посмотрим, кто тут на ком играет. На инвокере, значит, КС. Дафа, Элдер Титан, Луби на Дазле, Факин Лэнд, Венджефул Спирит и Чейнс на Деспрофит. Да, Оранжи, Винтер на Бэтрайдере, Хокс на Миране, Езера, Квин оф Пейн, Инсидиус на Найтсталкере и Шарки на Шадоу Шамене. Лоль. Что такое? Не знаю, просто лол. Тут у нас начинает стандартный лейнинг. Элдер Титан, естественно, поет сложный, потому что терпеть это, ну, его все. Это, в общем-то, за то, зачем он в игре нужен, чтобы терпать на хардлейне в большинстве случаев. 30 seconds to showtime. На легкую у нас обычно идет Деспрофит, центр инвокер, хотя Деспрофит будет пушировать свой лайн временами. Ну и роуминг. Роуминг у нас винга с дазлом. В ответ Шадоу Шаман и Мирана. Ну, Шадоу Шаман с Мираной, они будут пожестче. Как и нападать, потому что ты словил, стрела, там еще подходит Найтсталкер, ты стабильно забрал, в то время как у ФД с этим небольшие проблемы. Дазл имеет вообще хил, то есть у него нет даже Poison Touch, поэтому Бэтрайдер уже чувствует себя замечательно. Вот на первом левеле хил качать, это очень... Вообще, в принципе, сразу прокачивать какой-то скилл, не дойдя до лайна и не определив ситуацию, это уже признак... Но это уже показатель, да, то, что парень еще не сталкивался с такой ситуацией. Что к нему кто-то. Он винга со станом, с ворм, там у банши. Ну тут-то понятно, что Деспрофит больше ничего не прокачает. И уже огромные проблемы у нас, у ФД, потому что они приходят на легкую, к ним приходит Бэтрайдер. Бэтрайдер сейчас просто полетает, что-то посмотрит, видит, что никого нет. И он может просто подойти на свободную и получить второй левел. Вот он уже получает второй левел, и Vengeful Spirit нет. И с каждой секунды, пока нету Vengeful Spirit, это очень опасный момент, потому что Бэтрайдер летает у нас дальше и получает экспу. Вот он получает экспу, и нельзя так делать, нехорошо. То есть нужно этого парня прогонять, нужно идти дазлу и просто размениться с ним, потому что у него один сапог, и Винтер просто уже захватывает доминацию на этой карте, да? Уже вот у нас решается часть игры в этом моменте. Не, ну ему здесь при любых раскладах будет тяжко. Вот сейчас он наглеет. Стан. Да, вот подходит нас Винга. И вот он Poison Touch. Братюня, а где твой Poison Touch? А у меня хил, ребят, я тут как бы не то прокачал. И может быть он даже убьет. И вот...
Вот, вот Бэтрайдер, исправился. Вот Бэтрайдер, который на самом деле, знаешь, летел не в ту сторону, то есть летел он влево хотя бы на руну, он бы с большой вероятностью выжил, но что мы с тобой увидели? Дазл бы вкачал Poison Touch, он бы 100% убил его, да? А так Бэтрайдер почти улетел, имея там какую-нибудь ласточку. Да. Ну и хорошо, Винтер перегрессировал по лицу, получилось все-таки именно лететь в баншу, когда... Курьер. Боже мой, на топе курьера чуть не отдали. Курьер с Интернешнл, видимо, своего нет. У нас молодая команда, пока берут то, что дают. И вот пока у нас Бэтрайдер разминался снизу, в общем-то, свою задачу он сделал. Он получил второй левел, правда, отдал ФБ, и теперь он уходит в лес себе стакать. В лесу он вынесет для себя однозначно больше, плюс в центре у нас стоит Акаша, и ей мы ничего не сделаем. То есть у нас Queen of Pain, к ней придет Винга, к ней придет Дазл со смокой, без смогами, ей пофиг, она просто сделает блинкаут и все. И в итоге, снизу лайн у нас запушить пока сложновато, потому что сетап у нас, ну, не самый желательный, пока они не возьмут 3-4 левела. Лес фармить у нас ФД эффективно не могут. Хардлайнер выносит очень мало на сложной линии. То есть ему тут Шаду Шаман с Найсталкером и Мираной быстро объяснят. Хотя вот сейчас пул не удался, и лайн пропушится. Это очень вяло. И чуть-чуть у нас Оранж лидирует в плане вот именно лайнинга. Да, ну а Бэтрайдер понял, что ловить нечего. Фармить себе спокойненько лес. Чего у него тут уже? Третий левел, почти четвертый. Да, у него третий левел, ему нужно, чтобы повезло, и пока ему везет. Вот только сейчас у него тут будут големы. А големы — это самый жесткий страх Бэтрайдера. Сейчас мои вторые появятся. Нет, повезло. Сатиры. И, ну нет, нормально. Будет что пофармить, в всяком случае. Тут у нас сверху стоит Элдер Титан, он стоит на харде и понимает, что теперь он подойти к крипам не может. То есть вот очень тяжелая ситуация. И самое главное то, что у него нет варда. То есть если бы у него был вард, он мог бы хотя бы видеть, когда Раста уходит и Шаду Шаман, и вот, запулить, да, или подойти хоть писечку крипов вынести, но по итогу он просто стоит второго левела. И как бы это смешно звучало, он не сможет подойти и что-то сделать. Вот кроме как вот украсть... крипов. Но он ждет своего момента, когда надоест оранжам стоять и смотреть, они начнут предпринимать какие-то активные действия, и тогда вот он свое получит. Тут очередной раз Шаки у нас показывает чудеса микроконтроля, он во второй раз хотел запулить вот этих сов, но у него вот получилось только катапульт и рейнджового крипа. По итогу вот сейчас он будет лишать Элдер Титана фарма. Нормально получается, да, сейчас будет забирать сову, Элдер Титан использовал уже свою иллюзию и вот этого крипа забирает. Он хотя бы экспу получает. Ну да, это, кстати, вот уже хорошо. То есть, единственное, это, наверное, единственное, на что он может молиться в этой игре. Ну а Бэтрайдер, смотри, он получил Транквил тапки, выходит в вражеский лист. Ты посмотри, что негодяй делает. Он просто забирает пулы у Vengeful Spirit и Дазла, и при этом они-то ему ничего не сделают, как ни крути, да? Они... Опа, одного крипа своровал. То есть, сейчас уже ситуация реально смешная, потому что хоста, это вот такая хоста. Реализует. Причем четко. Теперь у нас Дазлу нечего фармить в своем лесу, даже нечего отводить. На миде. Нападение на инвокера. Shadow Strike. Ну, инвокер очень грамотно поступил. Сам пытается убить Найтсталкера. Торнадо подойдут поближе, сделают тычку, и это минус. Акаша, скрим, дэмэджа не хватает. А последнюю тычку задоджил. И Shadow Strike, по идее, не должен добить. Но если будет еще один скрим, Акаша имеет ману, но прыгнет ли? Ах, ах, ах. Ну, инвокер красавчик, что я могу сказать. Да. Он не растерялся ни на секунду и Найсталкеру в ответочку дал. Найсталкер у нас фактически, по-моему, не сделал почти ничего, вот, кроме своего нюка. Найтсталкер решил, что вот только ночь наступила, надо сразу предпринимать какие-то агрессивные действия. И, кстати, довольно интересная стратегия. Оставили Мирану там фармить, ведь это герой, которому тоже айтемы нужны, и она уже с фейзами Базилой. А Найтсталкер, он тут, походу, как раз-таки он будет в роли такого больше саппорта, нежели керри, который будет там, да, какие-то айтемы вывозить. Ну, понятное дело, что он не керри. Сэмми Керри поймали на топе Элдер Титана с фейзами Мирана, расстреливает его и убивает. Тут у нас снизу выход, хотят у нас найти Дазла, и, кстати, Дазла, скорее всего, найдут, выходит Винтер, Винтер пятого левела, подходит к нему Найсталкер, начинает его поливать грязью. Дазл с грейвом, будет ли вешать, маны не хватило, закинул Poison Touch, не хватило маны на грейв. Ну, Дазл у нас не очень опытный игрок. Да, он завязал на себя в первую очередь хил, из-за чего мана кончилась.
и все. Даже хил заюзал. Ну, он заюзал что-то на себя, да, то, что там была анимация. Возможно, даже ТП-аут постарался сделать, но потом понял. Да, точно, он ТП-аут нажал. Я смотрю, просто у него ни в кулдауне, ни хил, ни Poison Touch. Ну, явно на что-то ману потратил. Шарки находят на Шарки, и Шарки, кстати, также убивают на руне. Пока ФД действует блестяще. То, что у нас Оранжи старается загангать инвокера, которого постоянно пикает Винга, пока это читаемо. Почему? Потому что Винга снизу, она не может сделать ничего. Снизу приходит Бэтрайдер, начинает забирать крипов. И Дазл, Банша не сделает вообще ничего. Ну и Винга как бы... И как вообще можно загангать инвокеру, у которого есть инвиз? Да. Найтсталкер, да, есть сайленс, но рейндж каста там такой отвратительный, что ты его, этот сайленс, повесить не успеешь. И вот этот харас от Найтсталкера ты дал, пришел, дал эту вот штучку, а у инвокера квас векс, и в итоге он отхиливается полностью. Да, прохарасил в итоге себя, посмотри на его столб хп. Да, он, кстати, смотри, ненасытный, хочет дальше вернуться, но в очередной раз его здесь... Под бордом стоит. Все, теперь он понимает, что все это время его видели, и нужно... Ну и нужно, наверное, пойти наверх, там хотя бы Элдер Титана попрессовать, потому что снизу, точнее в центре, очень тяжело что-то сделать. Винга, вот Винга сейчас делает все очень четко, она продолжает дальше защищать. Понимает, что инвокер это герой вот на ранней стадии вот до какого-то уровня уязвим, да, что нужно ему дать набрать чуток левелов, но зато потом его будет вообще невозможно взять, когда у него будет форстав. Вот она выходит на кашу. Надо ЕМП, и не успевает Акаша вообще ничего сделать. Размозжило. Да, вот теперь у нас инвокер оделся, и теперь Queen of Pain не может стоять в миди, такая нестандартная ситуация. И пока FD, на самом деле, ты будешь смеяться, но они отрываются, причем так довольно уверенно. Это будет реально очень смешно, если Orange сейчас профукают свой шанс. Ну, как по мне, если они проиграют, то значит они не заслужили пройти в плей-офф. Так что, тут надо уметь собраться. Нечего делать на International, если ты не можешь выиграть FD. Вот. Как ты авторитетно заявил. А если бы FD у нас, ну, если у нас FD еще каким-то образом выйдут в плей-офф на тайбрейкерцев? Там вообще никак они уже не выходят. Как ты постраховался активно. Так что... О, смотри, вот смотри, мне нравится. 5 минут судья, да. Ну, судья уже что-то знает, слава богу. Не, это они знают, это вот дефолтные какие-то там, а там да. Просто есть нюансы, которых они не знают, которые знать может только человек, который понимает что-то в доте. Я помню, когда у нас был турнир, мы на нем играли, у меня там люди вообще держали паузу в районе 20 минут, и админы такие, нормально, что, 20 минут пауза, там, 20 минут пауза, причем, знаешь, он там рассказывает вопрос жизни и смерти, но зная там... Так, на топе поймали Элдер Титана. И Элдер Титан умирает, в ответ убивает Мирану, или нет, Мирану все-таки выживает за счет своего ультимейта, подтянулся инвокер. Но будет ли какой-то торнадо? Не хочет торнадо вязать. Даст-то нет, раз-то спокойно уходит. Да, и оба героя просто ушли, убив Элдер Титана под тауром. Два телепорта в никуда просажены. Ну так вот, и пока у нас очень происходит, завершу мысль. Когда вот, ну, встали паузу, встали по 20 минут, и причем там рассказывают вопрос жизни и смерти, я не могу играть, все дела и так далее, но как бы это непрофессионально, да? Если ты выходишь на турнир, то тебе нужно все свои дела, какие бы там ни было, оставлять, ну не считая действительно каких-то критических, и играть, потому что там парень, я знаю, что он просто рассказывает сказки, а сам там, не знаешь, какую-нибудь там пищу, ну, пошел поужинал, там не знаю, с девушкой своей пообщался, кто его знает. И по итогу, вот, слава богу, что этот профессионалист тоже наступает, потому что взять те же паблики, да, люди ставят паузу, и по 5-6 минут они чего-то ждут, хотя что ждать, зашел и играй. А если играть не можешь, ну, возьми контроль и поиграй героем. То есть раньше в первой доте, как бы, я так на турнирах играл, и нормально было. Ну, в паблике с этим попроще. В паблике паузу поставил, ты что, братень, там не то, что враги, там тиммейты снимут. Ну, я сам, честно говоря, я сам всегда снимаю почти, если это возможно. Если действительно там на расслабоне катаешь. И тут рад, что учится. Торнадо. Но не учится Акаша, да, выходит на нее инвокер, очередной раскол снап. Вот анимация блинка, да? Вот насколько да. В доте решает, насколько она... Насколько она вообще все решает, я бы даже так сказал, да? Если взять Тайдхантера, допустим, и Дума, стоите в оба во сне, и Тайдхантер всегда даст первым, потому что пока там Дум замахнется, там сделает печать сатаны, там, не знаю, скажет пару заветных слов, то... Так, снизу очень грамотно подождали. Прям вдвоем ласт хитнули. Дазлу, правда, достался тауэр. Причем но... так осторожно, знаешь, даже не били его, не радкликнули тауэр, то есть их не бил. Ювелирная. Ювелирная. Прицелились, настроились, выстрелили. Сидит Бэтрайдер в засаде. Штука 800 голды. Почти уже дофармил свой даггер. Но пока без даггера.
Так, открывается в центр, подходит у нас Queen of Pain, Tower дали. Ой-ой-ой. Инвокер очень интересное решение принимает, и посмотрим, уйдет ли, и вроде как уходит. Акаша в погоне. Тэп-аут. Скрим успевает, и дэмэдж на базе. Последний тик от Shadow Strike хватает, чтобы убить. Отлично, драка на этом не заканчивается. Поймали Вингу. Грейв. Тычка, еще одна тычка. Не хватает урона. Ароу попадает, но там даже не долетел, по-моему. А нет, Ароу долетел. Долетел Ароу. Ошибочка. Двоих убили, потеряли одного. Инвокер там пытался убежать через сомнительные такие дебри. Ничего не вышло. И Тауэр все донали. И Тауэр тут сейчас, если упадет, но вроде как нет, не падает. Подошла Death Prophet. У нее миказм, можно сказать, есть, надо принести. И вообще посмотрим-ка на нетворсы уже. 5000 у Death Prophet, 4800 Мирана, 4600 Найтсталкер, 4800 Бэтрайдер. Вот Бэтрайдер и Даггер уже, наверное, должен появиться, вот он. Да, и Бэтрайдер, я хочу сказать, он вообще красава, потому что он вот тут он уже просто жил и весь фарм забрал, который мог у Дазла. Вот глянем на Дазла, да, у Дазла нет ничего за 11 минут, учитывая, что он все это время стоял снизу. Это два таких суппорта, которые могли бы этого Бэтрайдера вертеть, по сути. Ну, если бы качали нужные скиллы, да, но по итогу... Бэтрайдер у нас удалец. Я не понимаю, почему максится у Дазла хил. Мне кажется, единственный случай, при котором Дазлу можно максить именно хил, это если ты прям совсем массово пушишь. Хотя вот как раз вот они, да, может быть, сейчас будут пытаться пушить. Потому что кулдаун, он становится очень низким. Ну вообще, и целей там, целей огромное количество. То есть фактически он становится сильнее так раз в 6, ну там, раз 6-8. Так, в последнем левеле. Пошел, Cold Snap, Shadow Shaman стерла. Луна. Мирана. У нее нет инвиза. 30 секунд КД. Но до следующего тауэра как раз дотерпят. Вообще необычно то, что пушат ФД. То есть, ну, с таким пиком оранжи должны нападать и убивать. Но мы здесь движем... ФД вот та команда, которая раскрепостилась и играет. Вот если бы они играли сразу в свою доту нормальную, они бы сейчас не были аутсайдерами. Я не знаю, прошли бы они в плей-офф, но аутсайдерами вот такими не были бы уж точно. Ну, сейчас им надо отступать. Закончился у них ультимейт баншей. Свап. Станчик. Долетает. Нужен какой-то сворм, еще что-то, но... Испугались идти дальше. Там у инвокера было торнадо, все было, но что он смотрел, стоял? Нету горелки Бэтрайдера, то есть у нас врывается, начинает поп. Ставятся змейки, баншу моментально зафокусили, минус банша. Эрсплиттером забирает еще и Шадоу Шамана. Астральчик закинул, Элдер Титан уходит. Нет, не уходит он никуда, банк избивает телепорт, умирает. Винга, стан, дерется до конца, Венджифул Спирит для нее без шансов, минус 3. И отступают те, кто могут, инвокер... Ушел пешочком с телепорта, ушел Дазл. Стрела в инвокера, 5 секунд, прыгает на него. Да быть этого не может. Братюня, ты из такого пекла убежал. Какая стрела, ну. Кстати, знаешь, что я подумал? Надо сделать, чтобы стрела, короче, тоже успевала выходить в инвиз. Если Мирана подрубает инвиз, летит Ароу, изначально он виден, проходит там сколько... 2,5 секунды и исчезает. И европейские квалификации скажут тебе спасибо, где Мирана там пихает у нас 80% игр. Она не и так. Да тут как бы тоже во всех играх практически Мираны. В Америке-то уж точно. Я не знаю, какие здесь игры. Я Мирану вижу вообще первый раз в жизни на азиатских отборах. Не, я имею в виду на Америке. Не, на Америку я не беру. Америка вообще другая. Там другие свои темы. Там ВИЧ-докторы бегали. Там у нас SF и вот такие дела. А тут мы видим немножко другой по героям расклад. Вообще, вот повторюсь, что ФД, они сейчас, вот у них есть ультимейт банши, но он очень слабый, потому что у тебя всего 4 духа. У тебя всего 4 духа, и при этом еще 4 духа с пассивки. Если он возьмет хотя бы 11 левел, у него будет 12 духов. То есть у него духов в сумме будет, сейчас скажу сколько, где-то 18. Но у него уже вот Вискрафт, он уже на 3 взял, при 11 левеле, и Вискрафт будет уже промакшен. То есть у него будет 19 духов вместо 8. Вот, конечно, этот левел было бы хорошо бы взять. Но сейчас они пойдут забирать тавер, но один момент, когда они заканчиваются ультимейт банши, нужно бежать всей командой. Неважно куда. Главное, баншу убежать. Вообще надо сейвить, потому что банша тоже заканчивается, как мы видели, быстро. Тратить свап винги на лип Мираны, это неравноценный размен, поэтому... Ни в коем случае нельзя такого допускать. Снизу ломают тауэр, попытка хоть что-то получить перед тем, как зайдут на Т3.
подходит у нас наверх, у Винтера кулдаун БКБ, у Баншей уже ультимейт еще половина времени, начинает активно пинать тауэр, Винтер у нас позиции дает, у нас инвиз, Винтер начинает, нет, не начинает, Винтер ждет, все ждут и отходит. Побили тауэр, отошли, стянули, ну и смог. Ого, слушай, как оно все непросто-то. Михайлович, вот оно. Рокский смув, как мы его любим называть. Отошли. Да, и теперь ждем, что кто-то пойдет фармить. Но вообще, да, обычно люди идут фармить, но с одним условием. Если хоть кто-то где-то появится снизу, в центре, вот, ну хоть где-то. А поскольку никто нигде не появляется, люди понимают одну вещь, что если уж противник и фармит, то он, скорее всего, фармит вот этот лес, и заходить в него не стоит. Лучше пойти вот сюда, зафармить. Ну, короче, зафармить что-то. В итоге люди поставили смоке и ничего не убили, но попыточка была такая милая. Что не говори. Да, достаточно неплохо сделали. Ничего не вышло. Не всегда так бывает. Да, просто обычно еще такое добавлю, что ну хотя бы хоть кого-то надо вниз пустить, да, чтобы хоть какая-то видимость была, что вы отошли, а не так, что вы так. Какая-нибудь винга бы ушла. На пофиг. Так, у нас Банша тем временем имеет 2000, есть у него мека, я уверен, что сейчас она будет паковать жир, потому что ей очень нужен, или какой-нибудь ючик, чтобы саму себя сейвить от фокуса. Вот, ючик был бы и правда неплох, но вообще тут реально что-то обязательно нужно, иначе она в прошлом файте расщепилась на атомы. Да, огромная проблема то, что у нас ФД перестали вообще фармить, и у них теперь нету фарма никакого, то есть они как были на своих левелах, так они застряли. Если мы глянем по XP, то уже 5000 у нас идут оранж, то есть это очень критично, особенно если ты пушишь. Начинают они бить центральный тауэр, центральный тауэр они застряли. Бэтрайдер кинул в них банка и говорит, а ну пошли отсюда, ну пиш, но что-то не сработало, опа! Кто у нас опять АРО поймал? Даже не удивлен. Врывается Винтер. Сплитер. Летит Винтер. Ультимейт. Нормально так Элдер Титан в ответ. Чтобы не прошли. Ну а что, в этом узком проходе там особо рисковать не хочется. Спас он, грубо говоря, сейчас своего тиммейта. Да, и теперь для ФД нужно понять одну вещь. Там мы забираем ТВРа, но пока мы забираем ТВРа, у нас фармит Акаша, фармит у нас на верхнем лайне сейчас Найсталкер. И нужно набирать Икспу, потому что вот эти герои 7-го левела, они не такие сильные, нежели они были 11-го, да? То есть вот тот же Элдер Титан, он вообще, по-моему, пока он не промаксил этот Natural Order, свою пассивку, то он не такой жестокий. Поэтому это. Ну, надо... посмотри вообще на графике. Преимущества у FD вообще нет. Они сломали внешних ТВРов 5 штук. Получается, потеряли 3. И преимущество еще и на стороне оранжей. Да. Там как-то вот все это смотрится не совсем в пользу FD. При всем том, что вроде как гнут свою линию именно они. Скоро орчит будет у инвокера. Дазл с арканчиками. Юлы сделала себе банша. Деспрофит. БКБ Элдер Титан потихоньку варит. Ну, тут у Винги что-то тоже есть. Элдер Титан у нас самый четкий пацан. Он понимает то, что дэмэджа у оранжа немного. То, что фактически весь урон это магия. И необходимо жить в драке. То есть, вот Элдер Титан, это, наверное, самое ценное. Жить в драке и бить по лицу. Он же там наваливает так-то. Да, он самый ценный персонаж сейчас в своей команде, и ему необходимо жить, выживать любой ценой. Поэтому здорово, что у нас Меку собрала, а Элдер Титан будет паковаться вот, ну, хпщики. Правда, в банше всего 1000 хп, поэтому, наверное, не, это, конечно, может быть и не совсем здорово, потому что лопается она в секунду, но... Ну, главное вовремя нажать эти юлы, потому что иногда ты там их можешь вообще не успеть нажать, змейки. Да, начинают они пушить центральный тауэр, сейчас его хорошенечко побьют, но часть голдишки себе ФД заберут. Без скрипов вообще змейки были поставлены, продамажили тауэр на 200 хп, отличный пуш. Ну, разводят. Вот как мы видим, оранжи у нас не особо любят воевать, они больше стараются как-то в макро-игру поиграть, но когда ФД бегают с пятером всю игру, забирают себе ТВРа, то в этот момент ты думаешь и понимаешь, что лучше просто пойти и все фармить. И даже несмотря на то, что тебе забрали все ТВРа, графики все равно ползут вниз. Вообще, вот как бы смешно звучало, и преимущество уже 7500 экспы. И главный фактор это не в том, что у оранжа эта экспа есть, а в том, что у ФД ее нету, да? То есть в винге нужно, чтобы у него все скиллы были замакшены. Ну, у Wave of Terror и пассивка по-любому. Дазу нужен вообще 14-й, по-моему, я считаю, то, что вот у него все скиллы. То есть руки он особо не бьет, а это ему особо не бафует, а вот скиллы делают очень много. Ну, инвокер, да? Инвокеры вообще... Тут даже комментировать не обязательно. Да, что ему надо. Там будет, не знаю, инвокер 2 слота или 25 левел, по-моему, он быстро сделает. Вот.
выбор в пользу чего-либо. Ну, теперь они начинают восстанавливать этот фарм. Огромная проблема в том, что им очень тяжело контрить инициацию. То есть у них единственный инвокер, вот, который может наказывать, но у инвокера нет арчида. Поэтому это не так эффективно. И нужно его доделать. Ну вот они смолки. Хотят что-то реализовать. FD. Да, нужно. Найт сталкер. По тапочкам. Ну, оранжи как будто контрят на самом деле стиль FD, потому что они просто стоят осторожно. Снизу, уже, не знаю, уже, наверное, минут 10 мы кого-то стабильно видим из команды оранжи, он пушит этот лайн, фармит, и по итогу пора бы уже и на низ перетянуться. Потому что сверху вот стоит вард, и здесь, наверное, не было никого, уже минут 5 вард просто так отстоял. Вот FD, как мы видим, хотят дофармить свои айтемы. До Орчида осталось инвокеру чуть-чуть. Ну, БКБ, я думаю, фармить еще Элдер Титан будет достаточно долго. В основном, наверное, ждем как раз-таки именно Орчида. И дальше, наверное, будут идти что-то инициировать. Потому что затягивать эту игру не имеет смысла против Оранж, так как там лейт достаточно сильный. В принципе, и у FD очень сильный. Но не думаю, что у них мотивация настолько высокая выиграть в этой карте, чтобы затянуть, там, затерпеть и обязательно затащить во что бы то ни стало. Вот они собираются вместе. Ваниш? Она сказала Ваниш. И уходит в инвиз. Так. Соник Вейв, Вингу, отлично. Но разорвали ее на части. Начали файт с минус одного. Убивают Шадо Шамана, один в один размен. Змейки дамажат, убегают из-под змеек. Деспрофит живет, банки поближе к тиммейтам, сразу вешается Грейв. Деспрофит продолжает дамажить своим ультимейтом, но похилить ее вот подхилил, и урна в итоге не добивает. Деспрофит перемещается очень быстро, догнать ее не удается. И в итоге из огромнейшего количества кастов, которые были потрачены, погибают два саппорта. Все вообще, Вингу все в нее кинули. Два ульта профукать в Вингу одно. И все АОЕ я еще добавлю. То есть и молнию Расты, которую нужно в толпу кидать. Вот, все, что можно. По итогу размен, наверное, даже уже прошел в пользу FD. Потому что в такой ситуации они вообще, я думал, там сейчас половину полкоманды помрет, да? Но в итоге у них сейчас все хорошо. Теперь нет лособа Трайдера. Нужно дождаться его. А в это время FD пушит. Так, и в миде там у нас попытка убить Мирану, и реализует этот килл, отлично. Орчид в действии. Мирана еще пока без манты, но у нее БКБ. А, понятно, у нее не будет пока манты в ближайшее время. Ломают, корябают, массажируют. Ну, тавр упадет. Тавр упадет, и вот момент, почему они не отошли, потому что вот узкий проход, они находятся уже рядом, и проще уже стоять здесь и дождаться, держав напряжение оппонента, чем они дальше разбегутся и продолжат тебя сплитпушировать. Замес лютый. Вот, кстати, вот теперь банша 11 левел. Она купила себе пуинт бустер. С пуинт бустером у нее хп стало чуть ли где-то вот на 1/4 сразу больше. То есть нужно теперь вливать больше дэмэджа. А инвокер имеет у нас арчит. И вот теперь это мой любимейший инвокер. Когда он бегает, у него почти 522 мс, и он в соло убивает любого. Да, вот он Мирану только что убил, как раз за счет этого же арчида. И теперь выйти оранжи, по-моему, вообще оранжи с базы не выйдут, зная их. И надо, ну, надо какие-то БКБшки себе собирать или манта-стайлы, потому что по-другому, по-моему, нельзя выживать. Ну нет, оранжи у нас решили побегать в пятером, и вот тут огромные проблемы. Мирана — это не тот герой, который способен передепейсить ДП. Ну вообще не тот. То есть есть Мирана, которая бьет, и у нее пока дэмэджа не так много. А есть ДП, который сейчас просто уничтожает там любого. Сейчас, да, сейчас она вообще ни в какое сравнение не идет с этим ДП. Совсем, конечно, в перспективу, когда да, там баттерфляй. Да, то баншат, она уже, понимаешь, она уже выпадает из перспективы, там уже, я думаю, Винга будет поярче. Да. Этого героя. Но вот сейчас оранжем, ну, нечем убивать ее. Только разве что Бэтрайдер вытащит и зафокусит. Ну, Бэтрайдер-то Вингу поймает. Ну, поважнее будет юнит. Ну, тоже вариант, да. Просто если вытаскивают Вингу, как мы с тобой видели, особо ничего не изменилось. ВД пошли дальше и все убили. Ну вот поэтому он и выцепит Вингу, чтобы было поэффективнее. Это так неинтересно, так и выиграть можно. И Акаша Sonic Wave снова Вингу. Это обязательно. В такой момент ты думаешь, зачем вообще Акаша тебе в пике нужна? Можно было Лину взять. Можно было давали вообще любого. Сингл таргет-то получше будет. Да, любого героя. Так, и пошел. Так, ну да, духи сразу наваливают тауру ему дэмэджа. Сбивает активно у нас Элдер Титан.
Винтеру Блинк. Винтер здесь летает, не может пока влететь, ни с кого инициировать. Опять инвиз. Да, опять инвиз, но свою задачу FD сделали. Они пришли, тавер побили, здесь находятся все команды. Арроу, ай-яй-яй, Деспрофит ловит Арроу, сразу свап. Грейв нужен, вешается Грейв. Ох, какой хороший сплиттер-то от Элдер Титана. Элдер Титан разваливается. Найтсталкер байбекается, Мирана уходит. Все очень побитые, змейки стоят. Задефить удалось. Сплиттер был просто шикарный, но... Там осталось по чуть-чуть хп. Деспрофит, если бы не поймала такую арроу, там бы можно было разваливать. Да, и FD у нас закрепляет преимущество. Побили тауэр половину хп, сделали минус 2. Плюс у нас выкупился Найтсталкер. То есть это по голде фактически минус 3 сделано, да? И теперь у нас Найтсталкер, у него очень тяжелые времена. Бегает он 25-я минута, у него всего лишь 11 левел, это очень мало. Его задача стоит спереди. И единственное, что сейчас вот из такого полезного, именно банального в драке он делает, это дает нюк на 335. Он саленс дает на 8 секунд. Вот если он подойдет кому-то, да, это саленс, конечно, тоже. Потому что спереди у тебя Элдер Титан, Венджерфул, который все вообще издалека там кидает свапы, и дальше винает Сайленс пофиг. И вот единственный инвокер, до него просто не добраться через всю эту толпу. Так, и инвокер метит на Шадоу Шамана, но боится. Или на Найтсталкера, потому что может еще свои леса прочекать. Видит он то, что снизу у нас бегает Миран, то, что тут еще снизу бегает Акаши, может вот войти, ворваться и парня убить. Отлично. Да. Отличное исполнение, еще торнадо завязал, так напоследок для красоты. Показать, что я не однокнопочный, но то подумают, класс мало ли. Класс вексовый, да? Третья кнопочка есть. Класс, векс, тут торнадо, колдснэпы и EMP. Три кнопки, как и должно быть. Да. И теперь, вот помнишь, ты говорил про рейндж сайленса, да? У Найтсталкера, ему нужно БКБ. Чтобы Найтсталкер смог показать свою силу, ему нужно в блокинг-баре добраться до инвокера, дать ему сайленс. Ну, еще в идеале, конечно, чтобы он еще и запинал его. Ему вообще надо даггер покупать, если он так уж прям хочет давать сайленсы свои 8-секундные. Купи себе даггер, прыгай, давай сайленс. В чем проблема? Вон, прыгаешь на кого-нибудь дазла, даешь ему сайленс, он не повесит грейв. Согласись, это круто. Я соглашусь. В 90% файтов выживает только из-за грейва. Но я еще соглашусь с тем, что БКБ круче, потому что ты как бы еще не уязвим к магии. Да, БКБ для суппорта — это дело такое. Ты как бы еще не уязвим для некоторых вещей, и, в общем-то, это тоже здорово. Он тут в роли некого саппорта выступает, и БКБ, оно, конечно, круче, тут спору нет, но оно стоит 3900. Ну, а, он вообще делает аганим, да, поэтому все будет еще жестче для него. Да. Выборы айтемов, они совсем непредсказуемые. Next level Dota, я бы сказал. Которую понять не так просто. Даже на таких героев, как SF, да? Потому что некоторые у нас умудрялись паковаться и покруче, чем у нас Аскади. Там SF в этом деле всех переплюнув, и самое интересное, что он выиграл вот это вот самое четкое. То есть это на самом деле многого стоит, когда ты выиграешь с такой сборкой. Продолжается спидпуш. Пушит у нас банша центр, пушит низ. Оранжи старается сплитпушить в ответ, но из-за того, что у них очень мало дэмэджа, они не могут даже подойти и тавер качественно крутить. Да, вот есть Мирана, у нее есть только мидас, БКБ и все. То есть даже если они вот засплитпушат, вот стоит тавер, а бить его некому вообще. Вот, ну, неудобно. И в итоге это вот такая уязвимость пики, в которой FD могут спокойно ее реализовывать. По XP у нас FD чуть возвращается, и теперь этот график он будет постепенно сокращаться, а голда по нулям. Теперь, Тараска, ох. Да, вот теперь, по-моему, у Оранжей все еще больше проблем. Им для того, чтобы выиграть драку, им нужно просто настолько четко все замикрить. Нужно бетрайдеру вытащить какую-нибудь Vengeful Spirit, ворваться на Сталкеру, дать Салис и Вокеру, Миране дать 5-секундную стрелу в баншу до ее ульта. И вот тогда файт с большой вероятностью будет выигран. Но тут самое главное на самом деле, не дать повесить грейв. Есть кому это сделать, вот это Найтсталкер. Прыгают на инвокера, инвокера у нас забирает. Инвокер, кстати, очень больно его пинают всей команды. Нифига себе, слушай, они его убьют. Он еще чуть не ушел. Да, и вообще, что он здесь сделал, мне вот интересно один. Он же инвокер, у него там 5-2-2 МС. И бетрайдер с гемом, который его нашел. Теперь инвокер на соло не побегает. Теперь понимает, что что-то использовали, да, что у нас использовали. Да, как они посмели, смертные. Байбекнулся, сейчас будет рассказывать. Да, это на самом деле хороший знак для Orange, потому что Orange это ничего особо не юзали, кроме ночи. То есть ночь у нас скоро пропадет. У нас до ночи осталось где-то 20 секунд. И если будет день, я уже не помню, там день или ночь была до этого, то все возможно. Ну-ка.
Интересно, вообще, зачем Найтсталкер ночь? Зачем вообще Найтсталкер ночь завязал на этого инвокера? Вот, вот мне самый-самый интересный. Ну вот я говорю, вполне вероятно. Видишь, они же не думали тоже, что он один. Думали, наверное, что там толпа какая-то. Но это дело такое. И все, и начался день. Очень тяжело драться днем. Выходит у нас Банша, начинает пилить тавер, духи бьют, только Банша очень далеко ушла, и в итоге духи пропали. Крип спасает Атару инвокера. Врывается Мирана, Миране очень больно, Мирану сильно прожимает, начинает так грейв, нужно отойти похилиться, подождать, пока духи в тебя летят обратно, или чтобы Дазл сделал свои темы. И в итоге вопрос, зачем свапать Мирану? Зачем ее свапать? Она с БКБ и блинком, она уходит нон-стоп вообще. И в итоге, на самом деле, Оранж отделали с легким испугом. Ну и тавер стоит. Тавер стоит, ультимейта у Банши нету, еще 70 секунд, но единственное, по-моему, что может сделать, это убивать варды. Начинает бить сталкера, сталкера очень больно, очень много дэмэджа вливается сталкера, врывается у нас Акаши, дает прокас, Винга в этот раз шикарнейший Sonic Wave, Луби отваливается, у Death Prophet ультимейт кончился, дамажить практически нечем, нужно отступать, и вот они пытаются это делать, Винга дает стан, получает последнюю тычку. Погоня за Death Prophet, это тоже минус, и остается в живых только Elder Titan, ушедший оттуда с ТП. Вот у Банши кончился ульт. Что надо делать? Надо идти куда-то, но... Ты не прав, надо продолжить драку. На хайграунд, пацаны. Это обязательно, это залог успеха. Ну вот, на Найтсталкера появился Аганим. Ни БКБ там, ни какой-нибудь другой, там именно Аганим дотерпел. И теперь будет давать вижен своей команде невероятно большой. У меня на самом деле чувство, что вот такое ощущение, что если бы эта команда понимала вот такие простые вещи, то она бы на самом деле получше играла, потому что сейчас она такие мувы исполняет, что... Как это назвать? Ну, они простые, то есть... Это вещи как бы стандартные. Они делают сложные вещи, то есть они сделали хороший пик, действительно, пик очень хороший. И пуш, и ганг, и вообще тут огромный потенциал во всем. И у них хорошо и в драке, да, там все, они более-менее вот делают вещи, но вот все, что касается, вот не касающиеся драки, да, вот какой-то мап передвижений. Такое впечатление складывает, что у них нет человека, какого-то авторитетного, который сказал бы, так, ребята, уходим. Они, наверное, все об этом думают, что надо, по идее, отступить, но никто об этом не говорит. И когда уже кто-то там нападает из оранжей, то уже поздно как бы отступать, братюнь, ты уже напали, надо что-то делать. И вот они как-то, я думаю, скорее так. Ну не может команда не понимать таких очевидных вещей. Это слишком очевидные вещи. Да, согласен. Потому что даже в пабликах сейчас такого не увидишь. Там в пабликах, я помню, ребята так дефили, что ого-го, там из базы не вылазили и так далее. То есть понимание доты имеется. Я бы еще сказал, мы когда вот играли квест, ну вот квест в обычном матчмейкинге, там где, знаешь, выиграть за каждого героя, который у нас есть. С таким трудом вообще можно что-то выиграть, когда, знаешь, ты там играешь каким-то троллблейдом, еле-еле, там реально люди создают огромное, вот именно огромное давление тебе в ответ, потому что ну, у нас какие-то паблики вообще лютые. То есть то ли у нас так Европа жестко играет, то ли это я такой рак, то есть я не знаю, но пока что... Просто паблики реально поднялись по уровню игры. Я говорю, в некоторые игры паблика тебе кажутся гораздо сильнее, чем... вот. Да, я согласен. И на стримах даже, когда смотришь, там, то любой профессиональный игрок, вот там... Ну что, очередной заход, ставятся змейки. Т3 Tower падает, подрубает Мирана БКБ, начинает расстреливать Death Prophet. Ну это громко было сказано, ее так слегка продамажили. Сплиттер цепляет неплохо, но не сильно продамажило под БКБ. Вина отступает с дезолятором больноватым. Мирана настегивает станчик. Убили Найтсталкера. Мирана тоже минус. Мирана с Аегисом. Отличный размен. Акаша у нас далеко. У Мираны есть лид, но инвокер ее достигает, но нет, все-таки она. Должен убегает. Догнать. Очень хороший мувспид. Неужели отступит? Да, все-таки уходит. Нужно бить. Юлы. Забили на бараке. Сайленс, Сворм, это минус. Да, правильно сделали, но Миран у нас выкупается. Также у нас есть Акаши, Бэтрайдер, Ластов все еще в кулдауне и... Ульт Death Prophet, 60 секунд, 70. То есть нужно отступать. Да, подожди, стоп. Ребята, вы чего? Вот делают выводы. Посреди игры делают выводы. Учатся играть посреди игры. Ну, поздновато учитесь, ребята. Ну, что ну подожди, ты чего их так хоронишь-то? Они еще не проиграли. Нет, выиграть и выиграют, так я ж не про это. Что оно и даст, если они выиграют? Но они покажут себя хорошо, все-таки я уверен. Ну, с таким прогрессом. Ну, они уже себя показали. Да. Не, ну если выиграют, конечно, это, безусловно, будет плюс. Молодцы, как минимум, то, что играют до конца. Им эта игра, может быть, ничего не решает, но в целом-то по турнирной таблице эта игра важная. Вот только бы Акаша вынуждена.
ДП, да, она играет до конца, понимает, что игра ничего не решает, выходит на центр и начинает проживать всей команды. Очень больно, огромное количество стаков, Мирана расстреливает, и Бланша падает. Может, ее подкупили? Может, ты как-то, не знаю, влияешь на них своими комментариями, что, ребята? А, игра уже ничего не решает. Ну, думаю, надо все-таки... Мы хотим увидеть лютую катку. Но инвокер, он, вон, видишь, что делает. А да, инвокер ДП, делает она, дело. Походу, залетная. Инвокер делает дело, действительно. Я вот еще как понимаю, как тяжело в Vengeful Spirit играть против Найтсталкера. Он дает свой ультимейт, ты вообще ничего не видишь, и свапнуть нереально что-то. Ты можешь свапнуть только свою баншу. Ну что, тоже как бы неплохо, хотя бы подсейвить. То есть вот в этом силы винги. То, что ты можешь свой свап использовать как для того, чтобы синициировать убить, так и для того, чтобы засейвить кого-то. Это очень круто. Так, и оранжи у нас постепенно начинают толкать стороны. Найтсталкер у нас бегает по своему лесу с Аганимом, хотя в этот момент думаешь, что лучше, наверное, по вражескому. Да, лучше, наверное, по вражескому бегать, да еще с каким-нибудь бетрайдером, потому что вы как бы вот два ганкера, в итоге посмотрите, что происходит. Бетрайдер и сталкер фармят свой лес, когда инвокер соло фармит свой. То есть такой необычная тема, ну, по крайней мере, для меня, учитывая, что 5 на 5 у вас замес, как ни крути, но он слабоват. В итоге у нас все фармят. А гем? Есть ли у нас гемы, ребят? У инвокера есть гем. Да, нету гема. Вот это огромная проблема, потому что если был гем у инвокера, точнее, если был гем у бутрайдера, то инвокер был скован по своим действиям. А сейчас он бегает и вообще в порядке себя чувствует. Провоцирует бутрайдера еще. Не сказать, что инвокер там как-то сильно упакован. Просто левел. Вот реально герой, которому не супер сильно решают там какие-то айтемы. У него всего-навсего один нормальный там добротный айтем. Это ворчит. Все. Остальные такие дешевенькие шмотки, которые купить не проблема. Да, у нас зато баша прилично запакована. У нее уже Тарасочка, Мека, у нее Ули. Топовый нетворс, но ее уже Мирана догоняет. И скоро эта Мирана ее будет разносить только в путь. Да, в 6 слотов она перестреляет, как ни крути. Потому что у нас ультимейт банши, он с каждым левелом эскалируется. То есть вот этот пик банши 16, это сейчас ее максимум. То есть у нее будет 27 духов, они будут носить этот дэмэдж, как вот они сейчас его носят, так они будут носить всегда. Ну, не считая там минус арморов от Vengeful Spirit, Elder Titan. И в итоге нужно вот именно сейчас выигрывать катку, потому что у Мираны теперь дэмэдж растет. Причем он так хорошо растет, у нее медас, дезолятор, быстро фармит. Ну-ка, идут они искать. Идет у нас инвокер, гулит, как-то бегают. Часть смоки, часть без смока. В итоге прибегает на центр. Все. Просто начинают пушить линию. Но ломать явно не этот лайн нужно, они это понимают. Да, нужно идти по низу, и пока они идут по низу, у нас для оранжа есть... Вообще, вот смотри, вот они видят то, что Мирану у нас... Они видят, что они все снизу. Но все равно они стоят в центре. Вот какие они осторожные и любят принимать файты на своей базе. Вообще, если брать хай-левел, то, по-моему, любая адекватная команда, какие-нибудь Cloud9 особенно или Na'Vi, они это увидят, они просто забьют на оранже, начнут фармить всю карту, вообще всю карту, и потом просто зают и убьют, пока видят, что оранже не агрессирует. По итогу агрессирует нас только Винтер. Он старается засплитпушить, хотя это надо делать не ранее. Ну и как мы видим с тобой, да, верхний лайн он вообще не сплитпушится. Хотя FD уже 20 минут стабильно идут по нижнему лайну. Найтсталкер в лес фармил, Мирана, по-моему, тоже лес фармила. Все свой лес, пацаны. Как-то да, очень сомнительные такие мувы. Ну что, очередной заход на хайграунд, Мирана подрубает ультимейт. А, ну и сразу же этот ультимейт спалили. И отступают, ждут, пока этот ульт закончится. Деспрофит. Вот, по-моему, ульт Мираны включать надо, когда Деспрофит активирует свой. И вот она его активирует. Духи пошли дамажить. Бараки долго жить не будут. Вырывается Глиф. ЕМП Торнадо. Мана выгорает полностью у Мираны. Вообще ничего не осталось. Ты там чуть-чуть восстановилась чего-то. Баншай нужно бить только барак, и ни в коем случае не свечиться, пока не начинается драка. Барак начинает падать, у нас Бэтрайдер начинает залетать. Рывается он на Элдер Титана, предстоящий выбор, начинает фокусить Элдер Титана. Элдер Титана очень больно, он умирает, бараки падают, и нужно бежать. Без Элдер Титана тут вообще нечего делать. Баншай это понимает, и на 433 месса убегает. 460, спасибо. Охренеть, конечно, этот мув спид. 521 с фейзами. Да, вот что могут, то могут. Убегать они реально могут, у них для этого есть все. Инвокер носится там как угорелый, Деспрофит тоже. Ну, только он два суппорта таких по 300 с чем-то МС. Да, и Элдор Титан у нас в порядке.
Он, ну, он банканул, умер, да, но все нормально. Роль они остались в плюсе, сломали линию. Правда, тут тот факт, что линия упала только на 40-й минуте при таком пике. Это... Свап, Хекс, Танчик, но сейвят они своего батрайдера. Соник Вейв достаточно хороший. Fucking Land минус. Но просадили в него очень много. Если они сейчас пойдут дальше, то без змеек у них проблемы будут. Без змеек и без БКБшечек. Все-таки Акаша, она у нас, так, знаешь, такая героиня ближнего боя. Для того, чтобы ей эффективно себя показывать, ей нужно именно вообще быть в толпе и кричать на всех. И без Блэкинг Бара она делает очень мало дэмэджа, поэтому... По-моему, не рискнут, да, он не рискует. И вообще, посмотри на Блэкинг Бар. У Акаши осталось 4 секунды, у Мирана осталось 5 секунд. Вот, и это на самом деле немножко печально, потому что игра у нас только начинается, замесы только идут, а 4 секунды. Это четверочка. Только четверочка для них. Их ждет. Мирана понимает, что нужно выйти в ДПС и делает самый мощный айтем на ДПС. Это Дейдалус. У него уже есть кристаллис. Ну и в общем-то правильно, никаких бабочек тут не будет, там и прочего. Нужно просто мочить на полную катушку. И начинает спасать катку. Вот она начала наконец-то сплитпушить. И вот наконец-то она начинает идти по линии так, чтобы она ее давила до этого самого тавра. И, возможно, в будущем еще и тавр убила. Ну, тут, видишь, врыв, уже вынужденный. На бетрайдера подходит у нас инвокер. Видит, у нас бетрайдера нападает. Ну, давай, сайленс. А колд снап? Не было колд снап. Да, такое. Ну, там, видишь, форсы. Все. Здесь вынужденный мув. Тут просто хочешь не хочешь, линию надо толкать, иначе когда ты будешь драться на топе, тебе трон просто-напросто сломают. Yeah. И теперь, посмотря, они понимают, что нужно нападать до файта. Часть смока, инвиз, и нужно прямо сейчас врываться на баншу до ее ульта. Ой-ой-ой, Дазл заранее юзанул свой ультимейт. И теперь убить этого деспрофита будет практически нереально. Они непростые на самом деле, эти ребята. Они, ну, вот такие вещи они очень хорошо понимают. Как ультимейт на ультимейт надо нажимать. И учитывая то, что Мирана у нас дальше не пушит низ, то FD могут стоять. FD могут спокойно стоять, ждать чего угодно, пока пропадет смог, пока пройдет ульт Мираны. И в итоге они слегка вырываются по позиционке. 3600 у банши. Очень много нужно паковаться, чтобы собирать все. Потому что байбек ее ничего сейчас не даст. Тут интересный локер чекает вообще вард. Инвокер там и Санстрайки кидает на разведку, и Торнадо кидает на разведку. Ну, First Pick, он себя полностью окупает. И второй очередной ульт от Дазла. Как мы любим все этот ультимейт. И в этот момент ты уже понимаешь, что вот Некробук, он средненький. Вот был бы Аганим, это сейчас была просто лютая жара. С таким количеством ультимейтом очень много армора всей команды. Врывается банша, у банши 40 армора. Это, боже мой, как это много. Начинает бить тауэр, врывается бетрайдер, бьет вингу. Выиграется Акаша, так себе Соник Вейв. Начинает фокусить все Венджа Фулл Спирит, все варстайла. Венджа Фулл Спирит у нас сейвится. Акашу забирает, Акаша выкупает. Тем временем врывается у нас здесь Найсталкер, вот тут же забирают. Нужно... Мирана вообще ни капли дэмэджа не нанесла. На Санстрайк она не попадает, но ее все равно должны добить. Буквально тычечку сделать, 6 хп остается, ее не добили. КС попадает под фокус. Повесили грейв, ароу в никуда. И получается, и что... Блестящая драка для ФД. Да, тут потеряли не только... Опять же, почему фокус так жестко вингу, я не понимаю. Почему так ее хейтят? Да, я... Что она сделала? Она дэмэдж дает. Неужели цапнуть инвокера это не... Ну, винга свапнет просто, вот в чем проблема. Цапнешь инвокера, винга свапает и все. Она еще умрет и ауру даст для твоей команды, и в итоге... Чувствует себя вообще здорово. Учитывая, что у нас у ОРНЖ и так немало ДПС, да, только одна Мирана, которая, как ты говорил, дэмэджа вообще не внесла, то они не смогут убить такую баншу где-то там с 50 плюс армора. Дазл навешивается там очень скоро. Ну и вообще у нас с тобой карточки лютые, вот что я могу сказать, как ни крути. Но нас начинают вообще удивлять своими играми некоторые команды. Почему они так не играли в первые дни, как сейчас? Почему? Да. Почему они в очередной раз хотят нас загнать на тайбрейкеры? Вот я что еще думаю, зачем? Шива вот у Деспрофит появилась. Я надеюсь на то, что Мирана все-таки дофармит себе там. Ну вот для чего ей МКБ? Это хороший вопрос, для чего ей МКБ, потому что здесь нету ни инвиз, ни весов, ничего вообще. Да, здесь исключительно армор, который нужно пробивать. Но есть плюс то, что будет трус, ну этот бонус дэмэдж, он будет как бить как магия, магический урон, но этого очень мало.
Даже какую-нибудь бабочку собери, она хотя бы так тебе да, уже да, даст. Да. Баттерфляй был бы очень крут. У нее так спит-то. Одна маленький. Один удар в секунду, это вообще смешно. Свап, сразу хекс, моментально минус. Это может быть концом. Мирана имеет байбек, юзает его. Элдер Титан под БКБ пошел вперед. Разорвали на части Шэдоу Шамана, но опять же отследует байбек и отступает на базу. Но теперь придется перетерпеть, пока у Death Prophet ульт так перезарядится. Или пойдут дальше. Не, лучше перетерпеть. Я думаю, они понимали свои ошибки в предыдущей игре. И сейчас не самый лучший... Воу-воу, форсом подтолкнули, но на станчик не попадает. Арл мимо. ЕМП, стан, пытаются забрать Найтсталкер. Найтсталкер минус. Не могут они, они просто давят жиром. Sonic Wave, там очень смешной вообще дэмэдж на такой минуте. Его даже незаметно. Смотри, Мирана бьет, смотри, как Мирана бьет. Она наносит очень много урона в баншу. Очень долго ее начинает пинать. Но она срывается на Мирану, в очередной раз ее забирают. Дальше Мираны у нас... нет ХП, она разваливается за секунду. Барак падает, и тут, по-моему, вообще ничего не могут. Бессильно. Они сделали два байбека. Death Prophet уже ульта закончилась где-то полфайта назад. И как бы они все равно сделать ничего не могут. Да, вот он и пик, и вот он лейтовый пик. Я вообще ожидал, что они пойдут в драку, когда у банши нет ульта, то есть когда он закончится. Но в итоге они поторопились, и банша все-таки часть ульта на противника накрутила. Да, да. Начинает у нас забирать центральный барак, справа бараков нет, сверху бараков тоже нет. Это последние бараки, и, по-моему, для оранжев здесь конец. ФД, красавы, уже вторую игру они тащат. И даже несмотря на их ошибки, видно одну вещь, они учатся. Ошиблись, подумали, сделали и стали лучше. Чтобы все так в мире... Да, делали лучше, становились каждым днем. В каждом паблике страны у нас вырывается тут довольный Иван, он хочет даже наверняка что-то рассказать. Может быть, он поставил рарочки на оранже. Ну, кто его знает. И это ГГ. Да, это ГГ. Ну, FD 23 на 21, счет довольно хороший. По золоту там 4000 было преимущество, по XP 4000 в пользу еще и оранжей. Может, это пьяные графики неправильные. Я на самом деле хочу немножечко отойти от своего Батхерта и сказать, ну, по игре. Ну, потому что RRQ победили Midtrust. Да? Да. И у нас переигровки на три команды. Но об этом чуть позже. В общем... Мне понравился пик оранжи, он такой точечный был именно, такой, я имею в виду, что контрили там могли гангать по одному герою. То есть скилловый. Да, скилловый. В ауе рассказать. Вот мне, кстати, интересно, а будет ли когда-то такое, что квапу начнут качать через дагер? Редко, потому что он, ну, проблема в том, что он долго летит. Ты его замахиваешься, такой достаешь ножичек, какой на, он пока долетит, и многое может произойти за это время. Просто есть такая инфа, ну вот, что ему сделали 4-секундным на 4-м левеле, да. И типа, ну это понятное дело, что в пабе тестилось, и в пабе это там не про сцена, но все же ты брала квапа шла в мид, брала ПТ урну, на четвертый качала дагер и ходила гангать. Это burst damage нереальный. Я объясню, это в папчике она ходит гангает. Но когда ты идешь на доту, где у тебя замеса 5 на 5, вот такого, что ты в драке подойдешь впритык, дашь дагер в одного, пройдет секунда, ты дашь дагер в того, такое происходит редко. То есть там и БКБшеры на тебя бегают, там. В общем, задача Акаши дать бурст за там 3-4 секунды и кого-то убить. Если Акаши героя за 3-4, ну, за эти 2 секунды не убивает за время хикса, то уже герой так себе становится, как мы видели, да, она вообще дэмэга не делает. У нее еще анимация Каши. Каст этого Shadow Strike такая, что там ого-го. И маленький рейндж, то есть это самое главное. Когда-то он был имбой. Вот давным-давно, лет 5 назад, его понерфили, и вот его потихонечку выворачивают. Но я думаю, все-таки главное это рейндж, потому что с ближнего рейнджа его очень тяжело кидать. Ты подходишь кинуть в инвокера, инвокер смотрит на тебя, дает тебе тычку, сверху кул снап, еще и в итоге он тебе еще и по лицу настучал. Баку подойдешь дать, он, во-первых, спрячется, во-вторых, даст сайленс, и опять же твоя анимация каста тебя подведет и рейндж. Я просто к чему веду, вот конкретно в этом пике оранж, когда есть там какой-то Баланар, который дает точечные спылы, Бэтрайдер, который цепляет лассо, ну да, там у него это бочка, типа Firefly, но по сути Flamebreak основной его спел, то есть Патмас, Arrow, то есть мне кажется, что возможно, если бы какие-то были такие ганги, то, ну, типа АОЕ рассказ-то, по сути, у Оранжей так такового-то и не было, то есть он весь фактически заключался именно в этой квапе. И... Которая в вингу в соло кидала. Ну так вот, если она кидает в вингу в соло, может быть, надо
было и каждые 4 секунды дагера, да, по 120, каждые 4 секунды. Вообще могу добавить то, что если брать вот в целом, то Orange они вообще не реализовали свой пик, потому что у них был ганг, миллион ганга, в итоге ганга как такового не было, также не было сплитпуша, под который этот ганг осуществляется. То есть Мирана фармила только свою часть карты, за вражескую он вообще редко переходил. Найтсталкер вот начал пытался гангать, у него вообще ничего не получалось, он тут придет на фиде, там придет продамажиться, и в итоге... И он забил потом вас в один момент. Да. И потом мы смотрим, как у нас с одной стороны Титан, Банша, Дазл, это просто миллион дамага в драке, вот можем даже посмотреть, да, у нас вот Банша делает дэмэдж, Инвокер делает дэмэдж, остальные просто бафуют героев под этот дэмэдж, и в итоге дэмэджи вносится очень много. Вот. И при этом... У команды Оранжа там просто есть Найтсталкер, который войдет в драку. Банша в него райт-клик, 2 секунды, он умрет. За 2 секунды, вот под таким количеством духов. Ну и что у нас здесь? Шарки. Шарки сделал все хорошо, да. И статистика у нас FD Orange. В общем-то, FD они впереди. Ну что ж, а теперь мы попросим вывести турнирную таблицу и посмотреть, собственно... И заплакать. Да, то, что нас ожидает. Ну что же, Arrow Gaming и MVP первые два места выходят в плей-офф, встретятся они в финале виннеров, уже завтра. Минески, Midtrust и Orange имеют стату 5-4. То есть между этими тремя командами нас ждут переигровки. Но перед переигровками нас ожидает еще один матч. Arrow против SCIS. Матч, который не решает уже абсолютно ничего. За исключением того, что СЦИС смогут закончить турнир со счетом... На уровне Зефира, да, им это будет снизить. На уровне Зефир или на уровне Оранжи, или на уровне First Departure и RRQ. Так что... Но на самом деле, если так объективно считать, говорить, то иногда возникают вопросы в необходимости проведения вот таких матчей, которые... Абсолютно уже ничего не решает. Ну, понятно, что это уже будет борьба за, ну, какое-то там, за уважение. За какой-то за респект. За респект, да. За респект. Кстати, многого стоит, я прошу заметить. Ну что же, мы уходим на небольшую рекламную паузу, вернемся к вам с последним матчем группового этапа, ну а дальше нас ждут на этом же канале переигровки. Никуда не уходите. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV.